где болты были? Там вот сиденье, два болта. Нет. Эмильевич, правильно же? Теперь щелкивай. Подожди. Подожди. Нет, неправильно. Что? Вот это нос. А? Это корма. Зовите поэтому. Какие-то действия делать, зовите. Держи, я вытащу. Я не буду есть, ну, рот. Как-то сюда, что-то. А что за себя хаблу теряешь? Ты лодку несешь. Интересный процесс. Ни разу не видно, как они собираются. А это уже там туда плохо, это Москва. О, блин, на сладкий, я буду полезен. Сейчас, секунду. Ну, потом сниму, как вы идете. Можете идти.
Даже смотрите, остались, да? Вот если мне память не изменяет, Николай Чудотворца, по-моему, вот здесь. Вот это. Храм? Именно. Да. Так все пришли, да? Сейчас там Мария. Свод такой там. Акустика там хорошая. Хотя бы чуть-чуть. Это бы и так не тяжело. Раз дом. А, ну вот два дома живой. Уже снимаю. Очень красиво. Ну не важно, а тебе сидеть без кобры. Мы забыли вчера его там. Быстрее, иди к каждому. Ну, давай, ребят. Получается одна фотка? Иди. Сердце.
плаще, родимая сорока, прощая тишину дорога. Проплывайте мимо, пожалуйста. Я вас на видео снимаю для истории. Мария Корчагина, молодежный отдел Володарский парк. Помощник руководителя. В течение нескольких лет, трех лет, молодежный отдел Володарской епархии организует байдарочные паломнические поездки, походы по рекам Володарской области. Значит, в маршруте, как правило, деревни, села, поселения, где есть храмы, которые сохранились, старые и новые храмы. Вот. В этом году тоже прошел сплав с 11 по 14. Вот. Мы посетили несколько поселков, где сохранились старые храмы. В этом году нам помогал центр туризма города Камышино, руководитель Руслан Камильевич Малюков. Вот. Сплавы организуются для молодежи. В общем-то, да, и это и отдых, и паломничество одновременно. Ну, как правило, все остаются довольны. Приглашаем всех на следующий сплав, который состоится в следующем году. Ой, брали все. Я волнуюсь, что 5%. Орлова Денисова. Его
вот они тут несколько поколений, ну, вот начинали в это время строить. Один из них начал, а второй, значит, там то ли еще, да, вот точно не помню. В общем, он француз отступает с Москвы, 20 телег гнали вот церковный утварь, золото там вот все. И он отбил вот эти 20 телег, значит, француз победил. И царь-батюшка ему в награду две телеги полностью отдал, груженные вот этим всем. Ну, он там, видать, что-то продали, да, что-то сделали. И вот на эти вырученные средства ученики Растрелли проект сделали. Они возвели, ну, вот это вот одна из самых таких красивых и от всех отличаются, да, по архитектуре. Они это все достроили. Но все это работало. Здесь очень большой приход. Ну, после революции бросили все. Здесь хранили это удобрение. Поэтому здесь вот эти фрески, если там мы видели, да, еще что-то на стенах различимо, ну, здесь совсем, совсем под потолком. Если очень хочется, вот там можно зайти. Как вот здесь уже замки, ну, вот там вот все потихонечку можно залезть. Ну, это может быть водный какой-то резервуар был. Да. Поэтому вот все так скреплено железно, что до сих пор вот это все стоит. Классно, волки бревны висят. Да. Давайте вот насквозь пройдем. Хотите, вот, ну, такие мужики могут залезть, я в платье, вот там тоже очень интересно. Меня зовут Лилия. Чуть-чуть погромче давайте. Я буду очень тихо говорить. Лилия и Ульяна, мама с дочерью. Вот чудесное путешествие по реке Медведицы с чудесными людьми и православная молодежь в Волгограде. Это эти 4 дня по реке мы смогли увидеть разрушенные храмы и Волгоградской области. И от этого это сердце отрывается кровью. Очень грустно от того, что сердце – это весь вкус людей. Сердце человек, у него ощущается душа, то сердце это конвенция сердца, когда вы сердце для него. Понимаете, я смотрю на такую красоту, думаю, ну как так? Меня зовут Руслан Камильевич Маяков, я инструктор-методист по туризму Центра детского и юношеского туризма и краеведения городского округа город Камышин. Я организую различные сплавы на байдарках по рекам нашей любимой Волгоградской области. И вот молодежный отдел в этом году принял участие в одном из таких вот путешествий. Мы посетили 4 храма. Очень вот такое интересное, познавательное путешествие. По реке Медведица, конечно же. Ну, как-то так, да? Наше путешествие. Все живы и здоровы, это самое главное. Ну, положительные эмоции, я надеюсь, вы все получили. Вам все понравилось. Если вам все понравилось и эмоции вы получили, присоединяйтесь к другим нашим путешествиям. Но чтобы все это было не голословно, да, и вы могли в нужном месте, в нужное время сказать, у меня есть документ, печать, я сейчас каждому из вас вручу справку о зачете прохождения туристского спортивного маршрута. Значит, вот это вот...